В любви предпочитает комфорт и старается предугадывать желания партнера. Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Иногда эти люди чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Люди, имеющие букву «З» в имени, чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Наделяет скромностью и умением устраивать свои дела по-тихому. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнеров, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Больше всего эти люди мечтают о спокойной и удобной жизни в окружении семьи и друзей. Кроме того, они хотят оставить о себе хорошую память, как о людях, которые стремились принести счастье другим. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Самой судьбой эти люди одарены чертами характера, который способствует выполнению их личной жизненной миссии. Буква «З» в имени говорит о пессимизме и большой напряженности. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. «И» – тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Глубокую преданность отдают тем, кого они любят. Владельцы этого имени обращает внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладает потребностью все делать добросовестно. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Буква «Ш» в имени наделяет людей скромностью, граничащей с ранимостью. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Дорогой друг! Поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.